ты знаешь про мистера Кокошко? Я знаю, что такое любовь. Я знаю, что такое мистер Кокошко с небольшой нежной дырочкой. Ну, достаточно, чтобы запихать мой херок туда. Отлично, отлично. А у меня такое ощущение, как будто я попала к тебе домой. Это добродушный алкоголик и неудачник, но не унывающий. 10 баллов. Чик нормальный, я его, бля, знаю 3 года. Охуенный диван. Все заебись. Ну вот. Переспевший, знаешь, уже почти коричневый банан. Он никто, и он есть все. Сначала его кусаешь, а потом он становится немного кислым. Мистер Кокошко – это сосед Арнольда Тыквенной Головы. Он носит майку и коричневые трусы. Да блин, отличное место. А как это название издавна пошло от слова testicles, яички, усы и монокль. Ну и трость, ну трость сложно к яичку приклеить, это больно. Вам признаюсь, потому что пробовал. Это мой папа. Такой мягкий, мягкий такой, ну такой, но молодец. Кокошка был тканью, он был бы бархатом. Ну таким, немножко потертым, таким застаренным. Старье, как раз старье. Я бы пожелала бы маму. Открой, дай 5. Спасибо большое. Я знаю какие-то слухи, что это мега крутой чел, что какой-то правнук очень известного художника, мистера Кокошки, соответственно. Привет. Привет. Со всеми. Кокошка. Нет, заведение мега крутое. Здесь наливают в долг и наливают очень круто. Души наливают в долг, наливают друзьям, наливают всем. Пожелаю развиваться, пожелаю делать это. Это мой любимый человек. Но, на мой взгляд, это женщина. Был бы черно-белый. Он был бы огромного размера, потому что мистер Кокошка, в нем много разных стилей. Было бы, знаешь что, одна буква. Буква К. Нет, буква, две буквы. Можно две буквы. Да. Буквы К, все, что было до него, это полное ничто. Или с ним остаться вдвоем. Да. Я знаю про мистера Кокошко. Смуглый, но приятно такой вот. Приятный оттенок загара, когда ты понимаешь, что это красиво, но не перегорело. Очень сладкое, приторное и прилипающее к зубам. Замечательное местечко. А нет, жопы. Блять, это не то место, где всякая шалопень тусуется. Это нет, гад. Нету. Очень приятно, так расслабляет. Медленно, но очень приятно. Баблинское. Остайся здесь, Олежа, остайся. Никто не любит хитрожопых, запомните. Это даже не Лос-Анджелес. Это уже какой-то Нью-Йорк Таймс просто. Я думаю, что Кокошко, он, наверное, здесь сейчас, среди нас. Мороженое из черного рома. Персик. И фисташка. Вот это конкретика. Просто мистер Кокошко, здравствуйте.